Привет, привет, мои прекрасные друзья. Все, явилась я в родные пенаты, но вспомнила, что я не показала вам одну вещицу, тоже очень полезная трава. Надеюсь, ее никто не сорвал до нас. Все находится. Я сидела в баре, скорбела о королеве, и вдруг я увидела интересный. Очень интересное растение. Вот видите, культивированная полынь, а вот здесь то, ради чего мы с вами явились. Я даже притащила секатор. Представляете, думала о вас и о себе. Hi, my darling. I'm here. I'm perfect. I'm here because of milk thistle. I'm lecturing people about herbs. Yeah, he already landed in Toronto. I will. Okay, thank you, thank you. Ой, сори. Вы знаете, я тут уже притча во языцах. Вернемся к нашему чертополоху. Не шотландскому никакому, а нашему славянскому, болгарскому. Хоть они и не сильно славяне. Тракийцы, помните, я вам говорила, у них даже морфология лица и тела другая. Неважно, сейчас мы переходим именно к обзору вот этой волшебной травы. А зачем она нам? Я вам сказала, по-английски это называется milk thistle, молочное растение, по-русски расторопша или чертополох, как мы привыкли. Ну, мы привыкли в брошках его, видите, или еще где-то. А это прекрасное лекарственное растение, которое борется с болезнями печени. Это гепатопротектор и эссенциале форте основан на нем. Ну, надеюсь, я вас повеселила. Вот я практически для вас его сейчас отрежу. Опс. И второе. Отрезаю. И вот вы в эксперименте у меня участвуете. Что я сделаю? Сделаю много интересностей для вас. Чаев и так далее. Ну все. Надо попрощаться, мои прекрасные друзья. Вот. Это не убийство. Это наоборот. Для выживания. Ну что, закончим красотой. Опять морем и небом. И красотой природы, которая должна нас питать. Вы помните, это источник энергии. Обнимаю вас любовью. Опять Уэнди. И желаю, а это вот мои родные пенаты, и желаю вам хорошего дня. Надеюсь, зарядила. Чао-чао, мои прекрасные друзья.